Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Добрый всем привет. Давно у нас не было рубрики «Только вчера». Аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега и подписчики будут нас пугать. Ой, извини, я не хотел. Вынес одного выстрела просто. Сегодня злые не только у нас аниматроники, но и охранники. Или давайте дробаш возьмем. Пацан, давайте дробаш. Опять пришел. Говорю, не ходите здесь. Это наша пиццерия. Я хотел уйти. А, но не успел. Обстоятельства. Так, давайте тогда возьмем послабее оружие, потому что это оружие очень мощно стреляет. Давайте возьмем монетку. Тут попугай. Где попугай? А, есть. Опа. Наших охранников мочат. У нас и так тут персонал слабый. Чё, не убил я тебя, что ли? Не. А чё такой мощный? Не знаю. Так, пацаны, давайте будем внимательнее играть. Тут балунбой пришел. Он хочет фонарик наш украсть. Так, не стойте возле окна, убьет. Все пацаны шкерятся, думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? На, ну говорю, не подходите. Это псих какой-то, а не Робли. Понял, маску вообще нельзя надевать. Маска здесь не работает, Серега на запах определяет. Только не знаю, как он это делает, какой запах там исходит, но он знает. А! Убивают. Убивает наших, пацаны. Берем оружие и мочим их. Я даже возродиться не успеваю. Не успеешь, потому что здесь очень жесткий. Пацаны, извините, я всех мочу. Да что они такие нападающие? Надо, короче, нам, пацаны, какой-то план составить. И как их убивать? Надо, короче, вместе держаться. Так, сейчас я возьму какое-то оружие. Мое любимое. Ах ты что? Укусила меня за голову. Хорошо. Димас, ты не против? Я тут так полежу немножко. Полежи, полежи. Нормально тебе? Не холодно? Не, не холодно. А сейчас холоднее стало. В портал пацаны попадают. Да что у меня все двигаются? У нас пацаны в канале творится. Все любят, когда мы вселимся и делаем какую-то жесткую дичь. Ребята, это та серия. Пацаны, давайте каких-то ловушек возьмем. Так, оружие. Half-Life 2. Пацаны, давайте, раздача оружия. Давайте ставим, короче, минируем всю пиццерию. Сейчас будем все тут чудить. Так, бомбочки выданы. Вот это сейчас тут будет. Я чувствую, сейчас мы тут... Все зависнет у нас. Есть. Есть. Бум. Есть. Ой! Я фонариком свечу. Свечу фонариком. Там моя бомба. Сейчас что-то будет. Отвали. А! Блин, убегал от одного аниматроника. Убила марионетка. Это очень сильно. О, у меня есть вот такое оружие. Сейчас. Оружие. Знаете, пацаны, какую надо? Надо взять гранату, которая воняет. Она их очень сильно мочит. Ух ты! Бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Психи пришли! Че, тебя не убил, что ли? А сколько у тебя жизни? Смотри, пришел. Так закройте вы двери, пацаны. Все, уходи. Марионетка зашла! Она тут вот летает. Мочите ее! Да вы задрали, пацаны, вас очень много. Отступаем, отступаем. Нитроглицерин. Ой. Умный человек так только и сделает. Вот это жахнуло, так жахнуло. Есть еще вот такой вот у нас шарик волшебный. Пацаны, я шарик активировал, убегайте. Беги, беги, пацаны, не бегите туда. Лучше подальше от офиса. Ой-ой-ой. Что, никого не убило, что ли?
А, красиво очень. Давайте еще разок. Так, погнали. Пролетаем в лес. Я хоть живой останусь? Че, пацаны, живые? Вот это оно жахает. Мне так нравятся эти бомбы. Но аниматроников никого я не убил. Хорошо. Есть у меня еще один сюрприз для них. А, он меня хочет убить. А я его буду монтировку лупить. По спине настреляю. Он меня не может замочить так. Ладно, смог. Кстати, скример поменяли. Раньше такого скримера не было. Новый скример добавили. Так, пацаны, нам нужен план какой-нибудь составить. Блин, они вообще тут все съели уже. Прощай, волчара, я успел закрыть. Так, надо лампочку поставить. Что-то здесь очень плохо со светом. Кран остался и кнопки. Что вы наделали? Так, какое оружие еще взять? Давайте дробашок возьмем. Че ты? На. На. Слабый дробаш, очень слабый. Как их убить? Этот вообще пришел как к себе домой. Ой, ой. Не убивай меня, я добрый. Блин, да что ты хочешь от меня? Волчара! Как ты вообще в вентиляцию пролазишь? Ты очень большой. Ты нарушаешь все правила физики. Что делать против этого человека? Хорошо. Сейчас, Серега, подожди секунду. Есть у меня для тебя сюрприз. Очень хороший. А чё не сработала моя монета? Ты чё, её съедаешь, что ли? А чё она просирает, монета моя? А чё она не работает, я не понимаю. Я живой, ты меня не убил. А, не, я живой, я умер. Еще один пришел. Да смотрите на них, сколько вас тут. Бум! Ой, пацаны, извините, вы подпали под горячую руку. А я монетку подбросил, он не успел ее стрельнуть. О, вот это пойдет. Воу, прикольно. Кстати, убила кого-то. А, то Серега нас убивает опять. Да что ж такое? Ребята, а теперь я не буду шутить с вами. Идите сюда. Есть. Я вышел на охоту. Ни один аниматроник не останется живой. Ребят, напишите в комментариях, какое оружие мне использовать. Если вам нравится, ставьте лайки, не забывайте подписываться на классный канал Димас ТВ. На! Вы что можете охранников? На! О, вот он! Скраббэйби! И села на мой труп. Смотреть, как я валяюсь. Молодец. Помолись. Не, пацаны, так долго не должен продолжаться. Надо как-то решать этот вопрос. Ой, блин, бомба себе по башке дал. Вот дурачок. Воу. А вот это мне нравится. Это я бомбу, да, поставил? Все умерли, нет? Это не напал. Это не напалмовая бомба была? Была. Прощайте, я побежал. Ух ты. А, летите, пацаны. Подальше. Ух. Да что мне убивать за одну секунду? Да, вот эта бомба вообще сильная. Мне так нравится она. Вообще уничтожили всю карту. Хорошо, давайте что-нибудь поярче жахнем. У нас еще есть бомба. Царь. А вот эта бомба, не? Не пойдет? Хорошо, я лечу на улицу. Царь, бомба, это же получается у нас ядерная, да? Да не, лучше другую ядерку взорву, смотри. Давай. Убейте себя сами, облегчите нам жизнь. Как-то так, да? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока! Это сейчас.